По-настоящему народный актер Федор Добронравов в эти дни разъезжает по российским городам с гастролями. Накануне любимый миллионами артист выступил в Ростове, а уже сегодня, 6 марта, выйдет на сцену в Краснодаре. Об этом Федор Добронравов рассказал на своей странице в Инстаграм, заодно поблагодарив ростовчан за теплый и душевный прием. Но вот на географические перемещения своего кумира подписчики, похоже, даже никакого внимания не обратили. Многие из комментаторов, как оказалось, большие поклонники сериала «Сваты», в котором актер играет одну из главных, и точно самую колоритную и запоминающуюся, роль одного из тех самых сватов, Ивана Будько. В комментариях поклонники признаются, что постоянно пересматривают многосерийный фильм о забавных приключениях двух семейных пар и требуют от Федора Добронравова нового, седьмого сезона фильма. Как призналась одна из поклонниц актера, ее 7-летняя дочка предыдущие 6 сезонов уже выучила наизусть и просто обожает экранную чету Ивана и Валюху Будько.